смена места жительства, переезд в другую страну в вашей натальной карте. Добрый день, я Олег Гончаренко, и в этом коротком видео познакомлю вас с возможностью ведической астрологии показывать человеку, если у него в карте признаки благоприятного переезда за границу, изменения места жительства, развивать отношения с иностранцами, бизнес, семейные отношения. То есть вот вся эта информация, можно ее расшифровать в вашей натальной карте. Ну и сейчас, в наше нестабильное время, многие люди подумывают, а кто-то и мечтает даже уехать в другой город или другую страну в надежде получить более счастливую судьбу. Вообще-то в ведических текстах покидание родины не считалось благом. Говорится в Рамаяне, что только мать и родина священны и более ценны, чем сами небеса. Не так важно, что человек приобретет на чужбине, важнее, что потеряет на родине. Вот такое мнение считалось в древнее время. Однако были и другие рекомендации, что если в стране идет война, есть несправедливость, то человек должен сменить место жительства. И вот индийский философ, советник правителя Чанакья Пандит как раз давал такие указания, что не живи и дня в том месте, где нет царя, сведущего брахмана, врача, богача и реки. Дальше. Мудрый не задерживается в стране разнузданных, бесстыжих, глупых и скупых людей. Следующая рекомендация. Покинь страну, где тебя не уважают, где невозможно заработать на жизнь, где нет друзей и где нельзя получить образование. Ну и рекомендовал выбирать страну, где живут хорошие люди, и в стране, где нет места раздора. Как расшифровать свою карту, посмотреть, есть ли указание, что переезд действительно будет вам благоприятен. Прежде всего, надо понять, что карта из себя представляет 12 домов, и каждый дом отвечает за некие сферы жизни. Так вот, первый дом, или лагна, он показывает нашу личность, а также момент и условия рождения. Четвертый дом от него отвечает за дом, родину, за место жительства. С поездками и перемещениями в карте показывает несколько домов. Это короткие поездки, это показывает третий дом, это могут быть командировки, отпуск. Седьмой дом находится напротив первого, связан с заграницей, больше поездки за границу. И ну как легко запомнить, что раз первый дом — это наше место рождения, то прямо противоположный от него находится дом седьмой, указывающий далеко от места рождения. Также из планет карками зарубежных поездок являются планеты Сатурн, Раху и Венера. Можно обратить внимание, в каких знаках находится большинство планет. Если это подвижные знаки, это тоже служит указанием о благоприятности поездок и переездов, которые предстоит человеку. Сильные планеты в седьмом доме показывают успех вдали от места, где человек родился. Тоже это такое ценное указание, что где лучше всего реализовать тот потенциал, те таланты, которые есть человек. И, возможно, для данного человека это лучше будет переместиться, переехать в другое место. Девятый дом показывает на дальние путешествия. В основном указания — это паломнические туры и священные места. Ну и самый важный дом, указывающий на связь за границей, это 12-й дом. Всегда анализируется четвертый дом и его хозяин. Четвертый дом, напомню, это дом родины, жилье, место рождения. И если это дом слабый, управитель слабый, то это тоже создает предпосылки к переезду. Человек, скорее всего, будет испытывать дискомфорт, связанный с проживанием в том месте, где он родился.
И это указание на то, что он будет проживать вдали от места рождения. Вот, например, если в четвертом доме находится неблагоприятный Марс, планета Марс, она, особенно если она пораженная, она больше выступает как вредитель, это может выгнать человека из дома, так как одна из карка признаков Марса – это странствие. Также, если Раху находится в четвертом доме или дает аспект на четвертый дом, например, с 12-го, это дает человеку постоянное внутреннее неудовлетворение от того места, где он живет, находится, и приходят к нему мысли сменить место жительства. И тем более, что Раху всегда связан с чем-то иностранным. Также вот тот же Раху или Марс может активизироваться в свои периоды. Вот у меня был на консультации как раз случай, что мужчина спрашивал, что-то у него мысли появились за границей, стоит ли ему переезжать, и карта показала, что у него начался период как раз Раху. Раху – это интерес к иностранному, это интерес к перемещению, новой амбиции, новые знания, новые горизонты. И в данном случае ему как раз в этот период времени будет весьма благоприятно переехать в другое место. А стоит указать, что чем сильнее и благоприятнее планеты, вовлеченные в комбинации переезда, тем счастливее сложится судьба человека за границей. Если вы хотите узнать конкретно для вас, стоит ли менять место жительства, переезжать за границу, то вы можете пройти астрологическую консультацию и получить ответы на свои вопросы. Ставьте нравится этому видео, если оно было для вас полезным. Всего доброго!